В столице холодно, но здесь легко согреться, залезть под теплый плед с горячей чашкой чая. А я все думаю, куда мальчишкам деться? В окопах там, родную землю защищая. В окопах там, куда от холода им скрыться? Порой в пыли, в воде и в грязи по колено замерзшим мальчикам уют домашний снится. Молитвы матерей, как кровь, бегут по венам. В окопах там, где столько жизни наизнанку, где атеистов нет и каждый верит в Бога, замерзшим мальчикам везут гуманитарку. В ней люди делятся теплом сердец из дома. Ну как сейчас остаться можно равнодушным, не замечать, не знать, не видеть и не слышать о тех, кто перед смертью напрочь безоружен, о тех героях, кто мечтает просто выжить. Прошу, скажите, это мальчикам замерзшим, кто дарит вам сегодня мирные рассветы, и без кого у вас не будет неба звездным. Скажите им в глаза, что вы тепло одеты. В окопах там, где очень ждут гуманитарку, сражаясь каждый день за то, что бились деды. Поймите ж, люди, эти жизни наизнанку во имя нашей с вами завтрашней победы.